Всем привет! Итак, древний янтарь или амбер? Где же его фармить? Чем и как? Первый, самый легкий и самый простой – это добыча амбера с помощью ломика или кирки. Мне нравится больше ломиком фармить, с него и больше получается, быстрее. Подходите к камню, на котором светится амбер, и долбите его ломиком. Вот и все. Не с каждого камня, конечно, падает амбер, но бывает такое, что падает по 4, по 8 и даже по 12 с одного камня. У кого нет скина ломика, можно фармить киркой. С кирки падает по одному амберу. Начиная играть, я не понимала, что такое амбер и где его искать, так что я сделала для вас карту. Можете скринить. Второй способ – это выполнение ежедневных заданий. С каждым днем дается все больше и больше амбера. Также количество амбера увеличивается, если у вас активный Primal Pass. В третьем способе вам нужно будет фармить пещеры. Падает, конечно, не каждый раз, когда вы ходите в пещеру и сдаете артефакт, но 10 амбера вы можете выбить примерно за 10-20 ходок. Четвертый способ мой любимый. Падает примерно с каждого 3-6 луча от 2 до 4 амбера, причем цвет луча не важен. Также нет ограничений в день на 40 амбера, как с ломиками. Вы можете фармить столько, сколько вам хочется. Пятый способ самый неэффективный, но тоже имеет место быть. Вы просто можете собирать камушки, и в какой-то момент вам выпадет один амбер. В шестом способе нужна ваша удача, ибо без нее вы просто не найдете амбер, который разбросан по карте кучками от 7 штук. И последний способ – это выбить амбер с подарка, который дается раз в пару часов. С него падает 3 амбера. Вот такие вот способы фарма амбера. Всем спасибо, пока!